Здравствуйте! Сегодня у меня видео с использованием электрической кексницы. Я хочу выпечь дрожжевой пирог с капустой именно в этом приборе и поделиться с вами тем, как же она это сможет сделать. Тесто я показывать не буду, так как на моем канале вы найдете рецепты разного теста. В конце этого видео будет живое окно со ссылкой на рецепт этого теста. Тесто у меня подошло. Капусту тушить, я думаю, тоже все знают, как пошинковать капусту. На сковороде или же мультиварке налить масло, обжарить лук, добавить капусту. Можно немного томата, помидор. В общем, по желанию можно не добавлять. Я добавляла немножко домашнего томата. Делала накануне, она у меня теперь холодная. Муку я больше использовать не буду. Буду просто работать с растительным маслом. Я беру два куска теста. Один будет побольше, другой немного поменьше. Кексница холодная. Я ее также немного сбрызну маслом. Так я разложу капусту и накрою вторым куском теста. Вот так. Дам немного постоять и буду выпекать. Прошло 15 минут, у меня вот немного так поднялся пирожок. Теперь я включаю кексницу. По этому прибору у меня есть видео, если вы первый раз на моем канале и не знакомы с такой кексницей от GF Grill, можете посмотреть и обзор, и другие рецепты. В конце этого видео будет ссылка на плейлист по этому прибору. Прошло 14 минут, пирог готов. Вот так он вынимается. Вот так очень быстро приготовить пирог, который будет свежим и вкусным. Тесто я готовлю впрок, оно у меня стоит в холодильнике, капусту тоже. Можно взять любые фрукты для такого пирога. И давайте посмотрим, что же внутри этого пирога. Он, правда, еще горячий.
такой пирог. Очень быстро с использованием электрической кексницы можно приготовить пирог, если у вас в холодильнике стоит тесто, которое вы приготовили впрок, и есть какая-нибудь начинка. Я сегодня с вами прощаюсь. До новой встречи. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Будем вместе готовить. Пока!